Камила Валиева вышла на новый уровень фигурного катания. Всем привет! Вы попали на канал By News. Перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большой пальчик вверх, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А мы погнали! Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных. Кубок Первого канала – это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник. Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. Нас не догонят всегда в моем сердце. Вы лучшие и самые классные. Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном. К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат. Спасибо организаторам, тренерам, родителям и, конечно, болельщикам. Без всех вас это шоу было бы не таким, каким оно получилось. Друзья, всем привет! У нас идет репетиция нашего совместного номера вместе с красной командой. Рассказывайте, как у вас дела и кто будет завтра. Точнее, уже конец. Поэтому все уже немного подустали и ждут окончания тренировки. Друзья, всем привет! Мы уже находимся на ЦСКА-арене, уже все готовятся. И посмотрите, вы посмотрите, капитан! Капитан команды, время первое! Вперед! И также здесь Марк Кондратюк. Он ушел куда-то, но он тоже тут. Получается, у нас три капитана команды синих. Ну что, собрались вновь вместе? Мы готовы штурмовать всех. Я буду это, снимите хрусталёвым. Давай, давай! Друзья, всем привет! Уже никого нету, так как закончился первый день соревнований. Мы остались, чтобы убрать наш бокс. Посмотрите, какой он красивый. И хотела, конечно же, за это сказать большое спасибо моим болельщикам, которые все подготовили. Фотографии, кричалки, которые нам помогли украсить его. Также хочу сказать большое-большое спасибо моей мамочке, которая тоже помогала и сделала просто нереальный вклад в этот кикб. Но также у нас... Мы сегодня немного проигрываем, всего 7 баллов, но все впереди, впереди произвольная программа решающая. Также сегодня упала очень неудачно Настя Зинина. Очень хочу ей пожелать от всей нашей команды скорейшего выздоровления. Мы тебя любим, Настя. Лиза не было на сцене. А это тебе букет от болельщика из Америки, который тебе еще розовый медведь, который мы тебе сегодня приносили. Ура! Спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайся на наш канал, ставь большой пальчик вверх, а также нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши видео. Всем пока!